точно конец. Подгрузки я отпускаю, наша любовь оказис. Я потанцую всю свою боль, как в паутине большой сети. Hello. Прямо 15 километров. Кто хочет передать привет? А? Нет? Лиза в прошлый раз мочила обычно, она в историях мочила. Хочешь сказать привет подписчикам? Нет? Ты скромная? Ты же не скромная. Вы же не скромная. Нет, прямой эфир. Я очень редко выхожу у него, когда вот едем. Есть гарантия, что я стану. Есть гарантия, что обосрут. Скажут, что ты, блядь, стрёмная, тупая, еще что-нибудь. Тут фильтр стоит, все нормально, мы как бы не очень уроды. Я специально купил новый телефон, потому что на Иксе фильтр нельзя было ставить. На Иксе нельзя фильтр ставить? Ну, на прошлом Иксе нельзя было, не было. Ну что, давайте, пятница вечер. Ребята, кто чем занимается? Вот, пошло, что за малолетка? Сколько тебе лет? Палё. Так, вообще она сказала, что ей 23. Давайте без приветов. Вообще-то это сам директор Income Consulting Group так-то. Кто? Малолетки. Да? Да. Вот, Серёга, ты красавчик, уважаю тебя. Дом 2 достойный. Только ради этого сообщения можно было заходить в прямой эфир. Можешь выходить. Так, ребят, почему вас так мало? Бухаете уже все? Вас обычно 50-60 человек. В общем, так мало. Ну, за пятницу отдыхаю, наверное. Я бы редко выхожу в прямой эфир. Максимум у меня был 1400. Но это при плохих обстоятельствах. Я тогда накосячил жестко. Я еще на шоу был. Так, давай иди нахуй, вот, как бы, видишь, тут как бы и хорошо, и иди нахуй, как бы, сразу. Вот, честно, они просто тоже видос посмотрели, ты здоровеешь, иди нахуй. Так, пишут... Ты пьяный малолетки. Пишут, достойный был ты на доме 2. То есть сейчас получается... Сейчас говно, да? Такое... Ребят, мне 3 марта 30 лет. У-ху! Тридцатник. Чего ты достиг своей 30? Ну, или лучше не спрашивай. Он дебил один нахуй. И малолетка. Так, пишут, ты похож на солиста группы Linkin Park. На кого? Он же умер. Сергей, красавчик, блин, Сергей, читай правильно. Я видел, там где-то Бартиков подключился к прямому эфиру, сейчас начнет жечь. Иван Бартиков, я его видела, скажу, на Пангане. Да? Да. Ваня, узнаешь ее? А? Она у тебя деньги... Я реально с прикрытием, как будто 15. Она у тебя деньги не просила? Потому что Ваня обычно просит... Так, блядь, они не дуры сейчас. Там... О, Вася тут. Сейчас селебрити жизнь не для меня, я поняла. Нет, на самом деле, вот честно признаюсь, когда смотрела 300-400 человек, даже несмотря на то, что там большинство было реально, но малолеток, да. Но все равно нагреет душу тебя. Смотрит 400 человек, ты можешь на 400 человек вещать что-то. А ты не говоришь? Ты не говоришь, как все блогеры? Ты так, вы мое все. Если бы не вы... Ребят, вы мое все. Если бы не вы, что бы я без вас делал в Москве? Ребята, я вас люблю. Срочно нужна помощь. Скажите, какой вариант выбрать? Первый или второй? Слушай, ты подготовилась, я с вами. Я много времени в Инстаграме на... Вася, ты датчик сделал или нет? Я там по сделкам с тобой хотел проконсультироваться. Я уже не паникую. Я, по-моему, тоже. Я уже тоже не паникую. Мне тоже нужна консультация. Василий, пожалуйста. А, тебе тоже нужна? Да? Нет, вроде пока, но... Но ты чувствуешь запах, да, жареного? С долларом и фунтом происходит вместе.
Я тоже заходил, Сумдоллар заходил. Я в покупке. Я тоже. Там сильный минус? На проекте ты был лучше. Семья просто. Да? Сильный минус? У меня двушка. Висит. А вы почем ты заходила? По какой цене? Слушай, я не помню, так понимаешь? Я сделки совершаю 100 сделок в день. Я не могу запоминать чисел. Сергей, этих девочек мне интересно хоть. Так, да, сделал, ты красавчик. Так, почему я красавчик? Просто Сергей Михайлович, просто личный водитель. Селебрити жизнь. Синий гример. Паникую. Я просто боюсь зайти сейчас в терминал. Там мне вот подсказывают, что фунт-доллар. График мне просто покажи и все. А нет, все в порядке. Было минут два. Покажи. Там график. Я, кстати, не могу в маркете разобраться. А, так уже откупили. Да, уже в порядке. Уже я уже в плюсе охуенно. Я думаю, я уже из процентки вышла. А? Почти. Это такие необычные, это уже какие-то пары. Что это? Я здесь сидела, думаю, что это какие-то необычные. А понятно, что это же пиздец, блин, чёк. Ёпта. Это, наверное, 22. Вот смотрите, у человека приступ. Что это? Слушай, я всегда так смотрю. У меня монтаж. Сейчас я попшикал. А волосы пахнут. Есть, кстати, спрей хороший для волос. Он может рекламировать. Лиля меня кинула, да. Согласен. Мы расстались, ребята, в апреле месяце. Всем привет. А кто это говорит? Мы земля, я бык пуха. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не знал, что ты такая. Я не знал, что ты такая. Смотри. Я тоже тебе многого не знала. Это меня одну опозорила, ее тоже покажи тебе. Это что не я сказала. Арина. Знакомьтесь. Девушку зовут Арина. Арина, расскажи, чем ты занимаешься. Расскажи, как ты в 23 года вот добилась себя. Слушай, мне неинтересно рассказывать. Как не? Ты у себя в прямых эфирах рассказываешь? Ну, это в своих или в твоих? Так, пишут, ума так и не набрался. Ума у меня вообще нет, честно. Я еще завтра на бокс вернусь обратно, месяц не ходил. Вот, отобьют все оставшееся, что было. Светлана, 25, привет. Так, вот... Спрашиваю, очень интересует вопрос, этих девок чикать сегодня будешь? Конечно, что ты считаешь? Почему ты за двух отвечаешь? Конечно, я еще просто так поехала. Вот чувство юмора, вот я люблю, честно, вот девушек чувство юмора. Чикать девушек, чувство юмора. И секс задали, если поржали, если что. Жизнь, она одна, ребята, поэтому, да, занимайтесь сексом. Только предохраняйтесь. Ты поэтому, в принципе, живешь? Жизнь, она одна, занимайтесь сексом. Дальше реклама должна была быть, идиотца или еще там чего-то. Мне, кстати, предлагали как-то. Мне 30 лет, у меня нет детей, потому что... Сука, я тебя задушу. Она боль, понимаешь, она больно шутит. Она как-то пошутила, мы ехали на сноуборд, говорит, ну, третье лицо. Я такой, мы едем чикаться. Вот, да. Втроем, да. Только им, все, что нам. Кому-то им. У тебя понты появились. Вы с этим фильтром похожи на китайцев. Да, кстати, мне как-то это замыливать. Поставьте это, он прикольный, я его люблю, сердечко. А ну-ка. Нет, я пидор какой-то. Я ж не пидор. Влюблённый.
там крысера. Давай, давай мальчики помири всякий случай. Там новых очень много. Ну, это собака, но... Ну, там еще есть кот, по-моему. О, с ртом с большим мне нравится. А ну. Ребят, смотрите, ну, и кафе. Зубы уже, кстати, пару что только месяц уже почти ровные. Я не думал, что так быстро это. Игорь Куров, привет тебе большое и спасибо за капу. Я... Да, чтобы мы их смех сейчас. Мне хочется Рамса. Пусть наш смех и пусть. Ну, они... Не, вообще они любят грязюку. Вот чем больше грязи, тем больше их будет появляться. Привет. Они нет, ну и... сидят одни тёлки, они все ревнуют, сидят и просто дрочат на него эфира. Вот и всё. Знаешь, как их бесит то, что мы тут пиздим? Что это за ревность такая? Сергей Михайлович, я не ревную. Ну, имени отчества. Это понятно. Вообще, да, я бы хотел, чтобы у меня больше была мужская аудитория. Есть что рассказать на самом деле. Есть рассказать про тяжелую жизнь в Москве вообще. А что, баб бывает положительно? Не, ну а что, нет, так а что мне про девочек рассказывала? Я же не девочка, я же не приехал сюда. Ну расскажи девочкам про то, как ты приехал, как ты был этаж. Не, женскую историю я не знаю, могу мужскую рассказать. Женская она простая, тут как бы два варианта. Первое, либо ты, ну, если не поступила, то пошла как бы работать по специальности. Ну, по так, так поступает 80%, даже 90% красивых девушек. А если некрасивая девушка? Ну, тут тоже там сферу услуг еще куда-то. Ну, и там 2-3%, кто своим умом зарабатывает деньги. Таких очень мало, к сожалению. Давай на родину газуем. Что делать в Беларуси? Вот расскажите, меня спрашивают. Я осенью приезжал 4 раза. На второй день хочется уехать оттуда сразу. На проекте был интересен. Конечно. Расскажи, как ты вчера смотрела проект. Что ты там увидела? Я? Ну, то есть первое впечатление какое? Какое первое впечатление? Да. Ну, жали, как его внутри. Ну вы смотрели только грязь, да? Ну, мы забили, я просто целенаправленно. Поиски забила за харьяр скандалы. Да, реально смотри. Курица замолчи. Курица замолчи. Рамс. Ну ты ж хотела Рамс. Давай, скажи что-нибудь плохое. Инстаграм стерпит все, мой. Получается. Получается. Да пошла ты нахуй! Ну, мне легко вообще. Как вчера. Почему ты... Да пошла ты нахуй, тебя поплевить. Почему, нет, почему ты оскорбляешь мою знакомую, она тебе что-то плохое сказала. Как бы, ну, я всегда долго терпел на доме 2, но потом это... Да не, у меня большого ума. Да? Родителей и друзей. Друзья все у меня уже не в Беларуси. Ваня вон в Таиланде сейчас, Леша на Филиппинах. Короче, все, ну Стасика только вот день рождения мы недавно отпраздновали, он в этом. В Горыныч, кстати, вот кто в Москве живет, заезжайте, очень хороший ресторан. Дебильная рожа, можно я лицо свое? Я тебе не говорил этого. Ладно, уже пусть будет, уже они привыкли на это место. А? Какой? Собаку уже. А, собака просила. Что? Я тебе сказала псину, я сказала сердечко. Псину. Ну что? Там уже всем... Так, пишет, вот попадешься ты мне, и что будет? Кто, я или ты? Ну, я думаю, не знаю. Стасик, а друг у меня есть Стасик. Стасу исполнилось 26 лет, мы праздновали его ух, вот так вот день рождения отпраздновали. Арине очень понравилось. Да, Арина? Очень. Да? Очень. Скажи, понравилось очень тебе? Очень понравилось. Да? Конечно, было очень весело. Весело? Очень весело. Компания, как тебе? Отличная как тебе, компания. Юра?
Божественный, есть, да? Почему? Юра очень интересный человек, на самом деле, такой. Знаете, вот он, не, он на самом деле оригинально поступил. Все пришли, подарили подарки Стасу, а Юра подарил его девушке цветы, потому что она организовала этот сюрприз. Вот так вот. Нестандартный подходец такой. Вот пишут, рядом девушка приятная. Форекс напугаешь людей. Ребят, занимайтесь Форексом. Вот я, смотрите, вот начал заниматься 3 недели уже. Занимаюсь, 3 седых волоса новых, а так вообще счастлив. Все нормально. Смотрю каждый день эфир, там ты вообще был другой. А вот эта девушка грубиянка, какая именно? У вас никто вам слова не сказал плохого. Я никого не грубила. Да, они очень воспитанные девушки. Видно, что воспитанная девушка за рулем. Ванилька пошла. Смотри, смотри, подлизываются что-то. Так, у меня Вася пропал, друг мой. Ты где? Че, едем на лыжах кататься в воскресенье? А? Да, можно. Погода позволяет. Спрашиваю. Ты думаешь, мокрый снег будет? Да нет, сейчас же минус. Минус 6, по-моему. Да, но вчера было плюс. Вчера было плюс сегодня. Нет, вчера минус был тоже. Это вчера был плюс, значит. Когда, типа, только недавно было очень тепло. Я думаю, ну, типа, хочешь поехать, мне кажется, там было лёд. Иди на проект. Зачем? Нет. Ребят, зачем мне идти на проект? Мне, блядь, 30 лет уже. Какой проект? Я на Валеру смотрю, вот ему на проекте 30 лет исполнилось. У него за проектом жена и ребенок. Жена улетела в Монако. Тата. Куда мне? Какой проект в 30? В 30 лет уже. Это же не как, Меньшиков, скольки, до 37, по-моему, в Должанске до 40 был. Не, ну Меньшиков просто было лет 10, по-моему, на проекте. Пынзари были там, блядь, лет 7, по-моему, блядь. Ну, то есть там. Через 600 метров съезд, поверните направо, а затем поверните направо. Абрикосов, солнце, помните? Я вообще Дом 2 не смотрел, никогда. Я перед тем, как пойти на... Как пойти на Дом 2 на кастинг, я посмотрел пару серий, пришел на кастинг, говорю. Меня спрашивают, ну это реально. Меня спрашивают, кому идешь, я говорю, ну вот кто. Говорит, я... Говорю, вот к этому. Это уже нет. Я говорю, вот это. Я говорю, это тоже ушла. Поверните направо. Я такой, а ты кому? По итогу я пришел, ну там была такая Катя Кауфман. Ну это я просто пальцем ткнул, кого знал. Ну, с Хибаровым встречалась такая. Именно, да, актуалочка. Да, Ебаров. Илья, если смотришь. Короче, ребят, хочу вас, кстати, заранее всех поздравить. Завтра праздник у нас профессиональный. 23 февраля. Всех военных и бывших военных. Всех, блядь, защищает Родину. Всех с праздником. Кто не зассал и сходил. Поверните направо, на мост. Хотя бы на полгодика, на годик. Туалетики помыл, посуду. Постоял на тумбочке, там все дела. Есть такие, а? Почему ты Кате не понравился? Какой Кате? Кауфман? Ну там как бы она встречалась с Ильей, и дело не я ей не понравился. Она мне не понравилась. Я просто... Конечно. Она скорость была. Я профпроб. А. Конечно. Кауфману помочь. Вот, все, короче, ребят. Счастья вам, здоровья всем военным. Кто не служил? У вас все еще есть время. Не осуждаю, если вы делом полезным занимались, там, для своей семьи, для своего развития, ничего там плохого не вижу. Главное, как говорится, не быть в этой жизни пидорасом. Потому что есть такие. Саша, ты нужна на эту открытую арену?
На какой откатарина? Прямо. Да? Сегодня открытие, да? Пойдешь? А что там? Я не знаю, оранжевый говорит, вы приезжаете. Я говорю, я не хочу, если Сережа пойдет, я обязательно тебе перезвоню. Что я не приду. А что ты не будешь без меня ходить куда-то? Я типа не хочу идти, я просто тебе говорю, ты пойдешь, не пойдешь? Сейчас надо это... Если мне было интересно, я бы тебе сказала, пойдем, пожалуйста. На Лил Уэйн же приезжают, да? Ребят, кто знает? Мне кажется, нет. Если бы было так, он бы мне об этом сказал. Ну, мне говорили, что... Ну, давай мы позвоним одному человеку. Может, все, ребят, может, всем... Он меня набрал? Всем пока. Всем пока, всем... А что он лезет? Всем пока, всем хорошего дня. Купи машину себе нормально. Хорошего вечера.